Это влог конференции Ванго 4. И сегодня мы едем по дороге в Нефтекамск. И сегодня мы едем по дороге в Нефтекамск с нашим молодежным пастором Марией Амплеевой. Расскажи, с чем ты едешь в Нефтекамск. Мы едем в Нефтекамск, чтобы позвать молодежь этого города на христианскую молодежную конференцию Вангад 4. И если мы не сможем доехать до каждого из вас, то, пожалуйста, оставьте в комментариях снизу под этим видео название вашего города, и мы снимем вам хотя бы видеоприглашение. А вообще, у нас сейчас стоит цель и планы проехать по всем городам Башкирии и пригласить всю молодежь Башкирии на нашу конференцию, чтобы мы вместе могли соединиться в молитве, помолиться за нашу республику, могли соединиться в молитвах и просто пережить нашего Бога. И просто приезжайте на нашу конференцию, потому что мы приготовили много всего интересного для каждого из вас. А это наш шофер Евгений. Это Женя, и он откликнулся на нашу просьбу о помощи с поездкой в Нефтекамск. Женя, расскажи нам, как тебе дорога с нами? Ты готов вообще увидеть молодежь другого города? Что бы ты сказала? Ну, конечно, готов увидеть. Ох, я бы их призвал бы приехать на нашу конференцию, да, потому что у нас такие замечательные девочки, да, такая замечательная молодежь, да, с которой просто мы не едем, а летим в этот Нефтекамск. Я не Дарья. Никого не смущает количество людей в кадре? Съездили в город Нефтекамск и познакомились с замечательной молодежью церкви «Слово жизни» в Нефтекамске. Ребята, мы ждем каждого из вас на нашей конференции «Вангард 4». И если ты не был в Нефтекамске, то жди, мы обязательно дойдем до твоего города, мы пригласим каждого из вас. Каждого из вас будет ждать какой-нибудь сюрпризик, мы дойдем до ваших городов. И если мы не сможем добраться до ваших городов, просто оставьте в комментариях название своего города, и мы просто снимем вам видеоприглашение, которое вы можете показать на своих молодежных домашних группах или на своих молодежных собраниях. Ребята, так и закончим этот влог. Мы вас очень любим, ждем в следующих выпусках. Пока-пока! Катю!